Отличная позиция. Отсюда можно перестрелять охранников. Нужно быть осторожнее. Это частное владение, тут полно охраны. Нужно найти записку. Где же она ее оставила?
Чёрт! Полегче. Я от Питера Миллигана. А, это вы? Вас никто не видел? Вы один? Конечно, один. Где Майнц? В главном здании, в подвале. Там полно охраны. Окей. Как действуем? Я отвлеку охрану, а вы найдите Майнца. Вы ведь убьете его, правда? Пожалуйста, отомстите ему ради меня. Ну что, вперед? У тебя 10 минут. Чего я... Будешь орать, пристрелю. Ты кто такой? Кто поставляет вам оружие? Какое оружие? Ты о чем? Хорошо. Если хочешь проблем, я тебе их устрою. Все равно я уже нашел все, что искал. Ничего я тебе не скажу. Ты не из МИ-5. Это точно. Я вообще никто. Так откуда у вас оружие? Чей груз перехватили месяц назад? Ладно, ладно, я скажу. Стволы поступают из Южной Америки через транспортную компанию в Никарагуа. Продолжай. Груз переваливают в доках или... Как их там? Бадди Альварес там главный. По крайней мере, все его так зовут. Так-так. Больше ничего не знаю. Клянусь. Интересная история. Значит, Никарагуа? Поэтому у тебя билет в Новый Орлеан и визитка склада на Арчер-стрит. Понятия не имею, о чем ты. И поэтому все, включая Орори, так боятся типа по имени Жан-Пьер Валуа? И поэтому Орори должен был лететь к нему с чемоданом денег? Ничего я тебе не скажу. Понял, сукин сын? Что ж, счастливо оставаться связанным и без денег. Не стану об тебя руки марать. Твои дружки сами все сделают.
Майк Вайс. Это я. Я узнал, кто поставлял оружие в ИРА из Луизианы. Жан-Пьер Валуа. У нас есть что-нибудь на него? Ага, это уже интересно. Но Валуа нам не поможет. Его убили 2 дня назад. Зато он успел отправить еще 2 груза. Один в Кукис, другой в Талмас. В жизни о таких городах не слышал. Можешь посмотреть? Секунду. Да, нашел. Кукис — это в Албании. Постой-ка. Это небольшой аэропорт. Наполовину гражданский, наполовину военный. Очень хорошо охраняется. Взлетная полоса всего одна. Что еще известно о поставках оружия? Больше ничего. Ясно. Придется искать самому. Жарко сегодня, да? Кажется, это график вылетов. Ну-ка, во сколько мой рейс? В служебных помещениях наверняка есть что-то полезное. Мой самолет уже на взлетной полосе. Пилот ожидает команды на взлет. Эй!
Отлично. Теперь меня примут за рабочего. Что так поздно? Ладно, иди. Больше не опаздывай.